Путин уволил двух генералов по делу Голунова. Че, брат, пришел? А? Кот пришел, что-то он сегодня какой-то. Чуча. Вот. По делу Голунова уволил генералов Девяткина и Пучкова. Я так понимаю, что Колокольцев решил, что, чтобы спасти свою жопу, подставить вот этих двух генералов. Вот. И Путин их уволил. И вот видите, вот уволили генералов. Так при чем здесь уволили? Человек подкинули наркотики. Важный вопрос. Кто подкинул? Зачем подкинул? Откуда эти наркотики взяли? Да? Это что, ему стакан воды подкинул? То есть, это вещи, изъятые из обращения, незаконные. Нахождение наркотиков такого количества, и экспертиза это, так сказать, утвердила, да, является преступлением. Нет, ну, в соответствии с уголовным законодательством это является преступлением. А экспертиза показала, что это наркотики именно то количество, которое не может находиться. Это крупный размер, да? То есть, кого-то надо сажать. Где посадки, где арестованные, непонятно. Да? Генералы вот эти подкинули. Они держали в руках эти наркотики. Значит, они сесть должны. Их не надо увольнять, да? Их надо посадить. Если их подчиненные, то какие подчиненные? И так далее. В общем-то, освободил от занимаемых должностей. Тут ничего, никаких других, так сказать, слов нет. Но понятно, как Шура говорил, помните, выдал гадюка. Путин тоже, то есть, наверное, была мысль, может быть, и Колокольцева катапультировать, да? Но думают, ну, надо этого еще чуть-чуть подержать, этого Колокольцева. Когда уж совсем херово станет, выкину Колокольцева, поставлю этого придурка Золотого, слабоумного, главным МВДшником, да? Ну, тот, наверное, спит и видит, мечтает еще себе каких-то орденов навешает, еще каких-то этих, да, такой слесарь со ЗЛК, человек без единого вообще образования, отслуживший рядовым на границе, да, удивительно вообще, является там маршалом, блядь. Сейчас еще министром внутренних дел станет после того, как Колокольцев съедят и кучу народ там пересажают, потому что Путину обязательно это надо делать. Колокольцев идеальный громоотвод, вот, очень-очень идеальный, да, такой, знаете, он не яркий. То есть, если Нургалиев был такой, ну, был не очень умный, да, вернее, совсем не умный, и, ну, достаточно яркий, говорил глупости открыто и так далее, и, в общем, про него все знали, так, то Колокольцев такой, тихушник, про него никто ничего не знает, а это хорошо, почему? Потому что можно совершенно смело нарисовать любую картину злодея Колокольцева, то есть, совершенно спокойно перевести на него все стрелки. Ну, посмотрим, чем это закончится.